Привет всем в рунете, и тебе конкретно со своим куплетом я принимаю эстафету. Расскажу, что стоит пить, а что скорее вредно, на примере собственных проб этим летом. Давай, оранж сода и тархун, лучше акварели. Веришь, рисовал ими автопортрет на медне. А на той неделе в жару принял энергетик. Сердце билось в груди так, что избило печень. Мне как-то вечером дома употреблял колу, капнул на линолеум, теперь в квартире есть погреб. Смочил квасом горло, но ударило в голову. Не скучал примерно час, попав в мультик, словно, честно слово, так много пойла, что кажется, его готовят в каждом втором подполье. Но врагам назло есть один полевоин, который от природы унаследовал достоинство. Это он натурален и свеж, это он чистотке 366, это он на соки замешан, это он лайман фреш, это он вкуснее всех прежних, это он и жажда повержена, это он действительно вещь, это он лайман фреш.